Bonjour, chers amis. On va faire connaissance avec encore une règle. Давайте познакомимся с еще одним правилом. Это то, как читается Q. Первое, то, что нужно запомнить, что чаще всего она встречается в паре, а одна очень редко. Вот самые популярные слова, три, где она одна. Это слово cinq, пять, иракиан, человек из Ирака, и катариан, человек из Катара. Вуаля, все, остальные слова вы практически никогда не увидите. Cinq, иракиан и катариан. И второй момент на сегодня, это то, что она встречается в паре, где с «ю» она сочетается, но «ю» никогда не читается. Есть другие немножко правила, но мы про них поговорим позже. Но в большинстве слов «q» и «ю» дают только один звук «к». И давайте посмотрим. «La question» – вопрос. «Qui» – кто или который, в зависимости от того, какую функцию в предложении слово выполняет. «Que» – опять же «который» или «что». В зависимости от функции. Quand, когда, pourquoi, почему. И, например, l'informatique, информатика. Вот это самые частотные случаи. Мы потом поговорим с вами чуть позже в одном из правил об исключениях, но пока вот это. То есть первое, то, что Q чаще всего встречается в паре с U, и U не читается. И второе, что три слова, где она все-таки одна, это cinq, irakien и catarien. Давайте вот эти прочтем, где она с U. La question, qui, que, quand, pourquoi, l'informatique. Et voilà.